И всем привет, ребяточки! С вами мистер Ванька. Сегодня записываю очередной видосик. Сегодня у нас жесткое, эпичное. Я не знаю, что еще сказать, но это супер-мега крутой спаси голдецкий, который у нас тоже проходит, ребятки, на стриме. Сейчас мы ссылочку будем уже сливать. На данной карте 11 золотых ящиков. Просто нереально круто сейчас должно получиться. Мин не так много. Надеюсь, что сейчас зайдут адекватные ребята. И сейчас мы будем тут жестко-жестко пытаться задефить голды. Не знаю, кто и как у нас получится это все сделать. Но сейчас уже будем, ребятки, начинать. Так что прожимайте лайкос данному видосу. И я скинул уже ссылочку. Ссылочка у нас улетела. В прошлый раз мы делали такое масштабное на лагере, и видосик тоже у нас был. На том видосике тоже собрался неплохой активчик. Мне это очень-таки понравилось. Я подумал, почему бы не записать еще одно видео, потому что на стримах мы проводим данные всякие спаси голды, но я их называю лайка голдецкий и супер-мега-крутой. Поэтому как-то так, ребяточки. Ссылка у нас уже улетела, сейчас народик уже будет залетать. Ну, а если вы просто смотрите видео и не участвуете в таком мега-крутом конкурсе, то обязательно приходите на стримы и участвуйте вместе с нами, потому что сейчас у нас на стримах очень часто проходят такие конкурсы. Почти у меня уже сразу забрали золотой ящик, так что как-то так, ребята. Сейчас народ у нас будет потихоньку залетать, пока у нас сейчас еще никто не залетел. Так что давайте, пацаны, первый голдецкий у нас уже забрали. Нету просто слов, забирает он золотой ящик. Рэнди даже залетает уже. Где актив, пацаны? Где активчик? Я не знаю. Золотой ящик. Два голда у нас забирает уже. Нету просто слов. И Сайлент забирает по голду. Красавцы, пацаны. Все адекватные на васкиках заходят. Молодцы. Вот мне это нравится, что вы, ребят, все адекватны. Мне это вот очень нравится. Просто красавцы. Так, давайте, ребятки, залетайте, залетайте. Кто у нас еще не зашел? Мест у нас еще пока в катке что-то очень-таки много. Не знаю, где весь актив. Куда он подевался, кто-то не хочет, наверное, заходить. Ну ладно, ну ладно. Как-то так. Хаммер забирает еще один золотой ящик. Красавец, Хаммер, поздор, поздор, малорик. Еще один голдецкий у нас забирают. Ну, Тимпи Арми, вот у нас залетает еще парень. Красавец, поздор. Так, Хаммер, поздравляю, красавец. Сайлент забирает еще один голдецкий. Я не на Хантере, у меня нету ни Хорн, ни Васпа. Окей, ладно, но парень... А, у тебя, подожди, какой Хантер? Хантер у тебя нулевой? Если у тебя им нулевой, то ты красава. Ты красавец, парень. Ты просто красавчик. Так что как-то так, пацаны. Давайте, 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 давайте. Забираем, забираем. Пытаемся забирать эти золотые ящики. И я думаю, что должно быть очень добро и очень круто. Сколько у нас еще голдов осталось? Три золотых точно у нас тут есть. Еще два голда вон там. И что у нас по активу? Народ потихоньку заходит. Эти три голда... А, один золотой мой забрали, да? Еще два голдеца. Опа, Рэнди, Рэнди, Рэнди забирает золотой ящик. Поздор его. Один голдецкий он забрал. Так, еще один мой голдецкий один есть. Еще один мой голдецкий имеется. Так, осторожно, осторожно. Пацаны, пацаны, вообще, ребята, сколько у нас там голдов уже осталось? Там голдецкий. Давайте, пацаны, кто у нас будет забирать? Ты видел, как я? Да ты не давай, не борзей, на диктаторе зашел. Диктатора фокусите, ребят. Просто вот кто на васпах, тот, ребят, красавцы. На викингах, ну на М1, ладно еще, окей. Но на диктаторе М2 заходить, ну ты офигел, парень. Ну зачем вот так делать, ну зачем? Дик М2, ну зачем? Рельсы меня пытаются слить, ну еще один неадекват. Зачем вы неадекват, ребят? На харьках васпах заходите, будьте адекватны. Пацаны, давайте вы адекватнее, пожалуйста. Ты видел, как я сбросил золотой ящик, красавец. Ладно, ты хоть на диктаторе, но ты хоть голд сбросил. Я слил ссылку. Понял. Понял, понял, понял. Голды у нас, ребята, забираются. Один, второй, третий, пятый, десятый, двадцатый. Кто-то у нас еще голдецкий сбрасывает. Голдецкий у нас вылетает. Давайте посмотрим, кто у нас его будет забирать. Ух ты, сколько мин! Жесть, жесть, пацаны. Еще один голдек у нас забирают. Прайм Лотос, поздравляю его, красава, нагибатор. Сколько у нас еще голдов на карте осталось? Сколько голдов, ребят, у нас на карте еще осталось? Вот там у нас золотой ящичек еще имеется. Один тут голдецкий, а где у нас еще золотые? Где-то еще. Вон там в углу, ребят, голд. В углу голд, Афанас не ананас. Поздор, поздор, братуля, забирает у нас он золотой ящик, молодец. Нагибатор. Так, давайте, диктатора фокусить надо. Ребят, ну на диках заходить нельзя, я не знаю, откуда вы приходите. Ребят, если вы смотрите данное видео, то
Вот обязательная просьба ко всем. Вы понимаете, что мы очень мало мин ставим на карте, чтобы вы не так долго пытались забирать данные голды. Но если вы еще при этом всем заходите на диктаторе, ну это просто жесть. Ну вот зачем вы заходите на средних? Одевайте харьки в аспы на легких корпусах. Ну ладно, если у вас там М0, блин, Хантер или Викинг, то ладно, окей. Я еще это пойму. Но если вы заходите на М2 диктаторах, ну это, ребят, ну это не по красоте вообще никак. Вы же можете быть адекватными. Зачем вы не адекватите? Будьте адекватны. Ваша адекватность — это наше все. Какое может быть у меня желание делать всякие такие эпичные конкурсы, если вы, ребят, не адекватите? Добавь, друзья, скинуть голд. Скидывать. Хочешь скидывай, не скидывай, это твое право. Но, в принципе, для этого видосика вообще четко, что у нас столько золотых ящиков. Где-то 12-13 штучек у нас уже было. Последний голдецкий у нас, ребят, остается. Посмотрим, кто у нас его заберет. Я надеюсь, ребят, что вам понравится данное видео. Вы поставите на него кучу лайкосов. И я буду записывать такого рода видосы дальше. Вам, я думаю, будет нравиться не только участвовать в данных конкурсах, но и смотреть, как это все у нас проходит. Как-то так. Последний голд никак не могут ребята забрать. Чуть-чуть осталось там ребятам до голда. Давайте, давайте, Рэнди, Рэнди там уйдет. Опа, Хаммер забирай, красава, армия ТПшек. Просто нагибают, пацаны. Еще голдецкие у нас скидывают. Ну ладно, раскидывают голдецкие. Я вижу точку, ребят. Вижу точку золотого ящика. Парень хочет быстро заминировать. Давайте, давайте. Сбрасывают у нас голды за голдами. Один, второй, третий, пятый, десятый, двадцатый. Гол, давай, давай, давай. Давайте мы тоже поборемся за него. Почему нет? Изи катка, я даже его забираю, ребят. Все-таки это у нас уже не лайк, а голдецкий. Это у нас так уже начинаются мега крутые сбросы золотых. Поэтому как-то так, пацаны, получается жестко, эпично. Голды летят один за другим. Я надеюсь, что вам будут нравиться такого плана ролики. Мы будем записывать их очень-таки часто. Еще у нас 2, 3, 5, 20. Да куда вы столько голдов бросаете? Ё-моё! Вы прикалываетесь. Голд за голдом. Алло! Алло! Боже, боже, что вы творите? Что вы делаете? Просто сколько золотых летит сейчас на эту карту. Я не знаю уже, сколько здесь скинуто. Но здесь больше 30 золотых точно уже на карту влетело. Давайте попробуем. Ах, Берг. Нет, 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 нет. Блин, ладно, окей. Голды летят, пацаны, просто летят. Голд за голдом, пацаны, просто летят. Это жесть. Это просто жестко. Вредное, что ты делаешь? Что ты делаешь? Жесть, сколько голдов. Просто, ребята, это конкретно. Нифига себе, ну это просто, пацаны, это жестко. Это очень жестко, ребята. Так что, блин, это годно. Это очень годно. Столько золотых. Это круто. Это очень-таки круто. Давайте попробуем побороться за этот ящичек. Попробуем. Давайте, давайте, давайте. Изи каточка. Еще один голдецкий я забираю. Ништяк. Ништяк. Кто-то их там подминирует. Но. Давайте все, пацаны. Хорош. Давай заканчиваем. А то у нас все голды будут только в одном видосе. Хорош сбрасывать уже эти ящики. Давайте, пацаны, сливаем этого пацика. Хаммер, давай, попробуй забрать голдецкий. Попробуй забрать, я же его не возьму. Опа, 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 опа. А, диктатор, Афанас. Ну, блин, ты уже переоделся. Ну, так делать не надо было. Все, ребят, всем спасибо за просмотр данного ролика. Спасибо всем, кто участвует вообще и делает эти нереальнейшие, блин, взносы свои. Кто ходит на стримы, кто, блин... Просто нагибаторы, ребят. У меня нет слов. Мне очень нравится это все дело проводить. Это куча положительных эмоций. И поэтому, ребят, я вас могу только за все это поблагодарить. Поэтому, если вы, ребят, вдруг еще не подписаны на мой канал, то обязательно, ребят, подписывайтесь. Ставьте лайк данному ролику. И до встречи, ребят. Всем спасибо, ребяточки. Всем пока, друзья.